Shinzo HK447N – цифровой видеорегистратор с набором из 4 камер высокого разрешения. Комплект поставляется в фирменной коробке и включает в себя сетевой регистратор, 4 камеры наблюдения, кабели подключения, адаптеры питания, USB-мышь, крепежные элементы и пользовательскую документацию. Обратите внимание, для работы системы в регистратор необходимо установить жесткий диск. Максимальная емкость накопителя при этом не должна превышать 8 терабайт. Регистратор выполнен в прямоугольном корпусе, габариты которого достигают 4,5 см в высоту, 25,5 см в ширину и 23 см в глубину. На фронтальный торец вынесены индикаторы питания, записи и тревоги. Аналоговая панель управления представлена 5-кнопочным джойстиком для навигации и подтверждения команд, а также кнопками вызова меню и выхода из него. С тыльной стороны выведены интерфейсы подключений, среди которых входные разъемы BNC для подключения камер, аудиовыход, порт VGI и HDMI для монитора и TV-панелей, входные разъемы RCA для микрофонов, порт Ethernet, а также два USB и гнездо блока питания. Еще есть порт RS-485 для 5Z камер с поддержкой дистанционного управления. Камеры выполнены в корпусах из металла и обладают 5-мегапиксельным сенсором. Две камеры здесь купольные. И еще две в форм-факторе пули. Видеозапись ведется в разрешении 1080p. Что касается оптики, угол обзора всех объективов составляет 75 градусов. Для ночной съемки предусмотрена встроенная инфракрасная подсветка с дальностью работы до 30 метров. С тыльной стороны камер выведены разъемы BNC и гнезда для блоков питания. Комплектные камеры в форм-факторе пули защищены по спецификации IP66, что позволяет устанавливать их на улице. Всего камер в наборе 4 штуки. И все аналоговые. Но сам регистратор поддерживает подключение до 8 IP-камер, позволяя модернизировать систему наблюдения из аналоговых решений. Также есть поддержка управляемых камер с электроприводом. А запись видео может вестись в автоматическом режиме, по расписанию, по событию, либо вручную.